В музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета прошло открытие выставки «Ученый, фронтовик, наставник», посвященное 110-летию со дня рождения Ивана Ионенко, заслуженного деятеля науки ТАЭС СССР, профессора, доктора исторических наук, участника Великой Отечественной войны. Выставка подготовлена музеями Казанского университета совместно с научной библиотекой имени Николая Лобачевского и Государственным архивом Республики Татарстан. Выставки начали готовиться заранее, на протяжении предыдущих 2 лет. Сергей Иванович Ионенко приносил в музей личный архив своего отца. Приносил его постепенно, по мере возможности. Мы знакомились с этими документами. Там были рукописи, книги, записные книжки, фронтовые письма, а самое главное – фотографии. Изначально мы предполагали, что выставка, как обычно у нас юбилейные выставки, разместится в предактовом зале Музея истории. Но когда мы оценили весь объем материала, который у нас оказался, мы поняли, что, наверное, ее лучше делать в музее Лобачевского, потому что и вклад Ивана Михайловича в развитие исторической науки, не только нашей региональной, но и российской, достаточно велик. На выставке представлены личные вещи Ивана Ионенко. Это фронтовые письма, документы, дневники, а также книги из личного архива, которые были переданы в Музей истории КФУ сыном профессора Сергеем Ионенко. Он как бы по-новому переживал историю нашей семьи, связанное, прежде всего, с Иваном Михайловичем. Это увлекательное было занятие, поиск архивных материалов, анализ их, изучение, передача в дальнейшем в музей истории Казанского федерального университета. Ну, соответственно, и фотографии. Здесь уже говорилось о том, там больше 200 фотографий. Мы посмотрели, создали легенду каждой фотографии, дату, кто там изображен. Вот, в связи с чем эта фотография появилась. И на самом деле, вот когда мы собираем все вместе, эту информацию, появляется определенный цельный образ, скажем, героя. Избрав карьеру педагога, в 1929 году Иван поступил в Соболевский педагогический техникум, параллельно работая учителем, а позже став директором в сельской школе. С началом Великой Отечественной войны Ионенко ушел на фронт и служил в составе 18-й стрелковой дивизии. Также в годы войны он служил в оперативном отделе штаба 4-й ударной армии и вел журнал боевых действий войск 2-го Прибалтийского фронта и Курляцкого направления Ленинградского фронта. Иван Ионенко подготовил первый том истории 4-й ударной армии с множеством фотографий и схем. Впоследствии многие научные труды историка будут посвящены событиям войны. Отметим, что именно Ионенко положил начало изучению боевого пути 334-й стрелковой дивизии, сформированной в Татарстане. Эту деятельность продолжили его ученики – поисковики снежного десанта, историко-филологического факультета Казанского государственного университета. О боевом пути Ивана Михайловича известно из его личных записок. Эта книга называется «Нам жить и помнить. Записки штабного офицера». Иван Михайлович написал в конце своей жизни воспоминания о своем боевом пути. Как я уже говорил, он прошел войну от начала и до конца. То есть отложился огромный материал, тоже связанный с Великой Отечественной войной и с его боевым путем. В частности, отложились его личные письма, как его письма жене, так и письма ему самому от его друзей. После войны Ионенко начал работу в Казанском государственном университете. Он возглавлял кафедру истории СССР, был председателем специализированного совета по защитам диссертаций при Казанском государственном университете. За это время под его руководством защитилось около 50 кандидатов и 10 докторов наук. Многие из них впоследствии стали основоположниками научных школ в различных вузах нашей страны. Домашняя атмосфера создавалась Иваном Михайловичем. И при всем при этом он был удивительно эрудированным человеком. К нему можно было прийти с любым совершенно вопросом по любому периоду истории и получить взвешенную, аргументированную консультацию. Но вообще мне хочется сказать, что прав человек, который выдал такую фразу, что большое видится на расстоянии. Вот 110 лет, как Иван Михайлович родился, уже больше 30 лет, как его с нами нет. Но мы до сих пор открываем в его трудах и в его биографии что-то новое и что-то для себя полезное. После выставки состоялся круглый стол, где обсудили написанную учениками Ионенко книгу о жизни своего преподавателя, а также о его научной деятельности. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Александр Кузнецов, Универньюз.